Здравствуйте, уважаемые геймеры и мотостроители. Итак, бункер построен, установлены двери, установлены зоны визерия и порталы. Все проверено, ничего не глючит, все нормально. И вот теперь, прежде чем устанавливать здесь правильный свет, я советую сначала все-таки заняться оформлением бункера. Можно, конечно, сразу сначала установить свет, а потом уже заняться оформлением внутренностей бункера. Но мне все-таки кажется, что намного проще сделать наоборот, потому что когда будет правильный свет, он будет немного все-таки темнее. И не немного темнее, а намного темнее. Поэтому давайте сначала займемся оформлением все-таки. И начнем с того, что испачкаем стены, потолок и пол бункера. Потому что старые японские бункеры не бывают такими чистыми. Но слишком чисто здесь. Потолок чистый, пол чистый. Ну как в больнице. Такого не бывает в старых японских бункерах. Как испачкать бункер? Ну я, во-первых, советую все-таки для грязи в бункере сделать, конечно же, свой слой. Жму сюда. Добавляю слой новый, называю его... Ну, как-нибудь, я не знаю, ну, по-английски dirt можно назвать. Или по-русски можно вообще написать грязь. Нажать ОК. Вот он, слой грязь. Теперь нажимаем папку brush и открываем папку decals. Ну, тут различные объекты. Можете сами с ними ознакомиться. Вот, например, первый объект Dirty. Ну, вот он уже готовый, этот объект. Его можно куда-нибудь прилепить. Можно на стену, можно на потолок, куда вам нравится. К нему не нужно добавлять никаких материалов. Он уже готовый. Ну вот если поменять, дальше по списку идти, вот вы видите. Но это скорее всего для стен, конечно. Поэтому нужно его развернуть. Вот так вот. Вписать сюда 90. И к стене пододвинуть. Но он маленький. И он вообще рассчитан не для этих стен, а для более плоских. А здесь вот у меня выпуклости. Ну, по идее, его надо бы, конечно, увеличить. Сделать побольше. Ну, и стало что-то такое похожее на подтеки. Ну да, что такое похожее на подтеки сверху. Но я это удалю. Не понравился мне этот дирт. А достану я объект где? Один на один. Потому что он квадратный. Вот посмотрите, этот объект. Где? Вот он выделен, надеюсь, хорошо видно его. Он квадратный. А все остальные, где они прямоугольные. 1 на 2, 1 на 3 еще длиннее. Ну и так далее. Есть где бокс
Но этим где я вообще никогда не пользовался. Можете сами попробовать попользоваться этим где бокс. Зачем он нужен. Но пока объясню. Все на примере где один на один. Ну, здесь тоже есть какие-то уже материалы по умолчанию. Отодвину чуть-чуть. Но лучше всего залезть, конечно, в материалы Windows Show Database View. Материал. И включу материалы M04. Здесь есть кое-какие материалы для грязи. И находятся они в папке Decal. И вот в превью вы можете подобрать себе какие-нибудь материалы. Здесь есть даже материал для крови. Ну вот давайте вот этот первый самый материал придадим этому где. Нажмем вот сюда. Ну вы уже знаете, как придавать материалы. Ну и наложим эту где с этим материалом на пол. Ну для начала увеличим как следует. Вот так вот. Теперь подвинем и опускаем потихонечку. Чуть-чуть еще приподниму, а то, видите, пропадает при приближении. Войду в игру. Приму положение лежа. Ну, вроде не пропадает. Можно чуть пониже опустить. Вот так вот. А вот сейчас вот если лежа принять положение, то пропадает. Стою, не пропадает. Ложусь, пропадает. Вот сейчас опять не пропадает. В общем, надо выбрать самое оптимальное положение этого где. На самой-самой низкой высоте от пола, но на такой, чтобы при положении лежа игрока ее было все-таки видно. Ну, можно еще скопировать эту же. Где? Скопируем. Где-нибудь тут разместить. Еще чуть-чуть увеличить можно. И развернуть по оси Z. Как-нибудь так. Ну, как-нибудь так вот. Можно чуть сюда протащить. Ну да, вот как-нибудь так разместить. Еще копирую. Поднимаю повыше. И видите, с обратной стороны не видно, то есть она односторонняя, она непрозрачная. Поэтому для потолка нужно развернуть на 180. Вот она развернута, ее видно теперь.
можно чуть поменьше сделать. И поднять к потолку. Ну тут тоже, видите, не видно. Значит, надо опустить еще чуть-чуть. Вот видно. Но все равно мало. Еще чуть-чуть опустить. Ну вот видно. А если попрыгать? Видите, я прыгаю. Пропадает. Значит, еще надо опустить. До тех пор, пока не будет пропадать при подпрыгивании. Ну вот теперь при подпрыгивании не пропадает. Не пропадает. Нормально. Ну, скопирую еще одно. И посмотрю, может, материальчик-то все-таки заменить пора. Ну, вот такую, допустим. Ну, она еле видна. Ну, ладно, пусть останется. Так, вот на эту стену. Скопирую вот эту, где... Лайт этот лучше заморозить вообще. Этот тоже. Скопирую эту. Так. По Z введу 0. Нет, вот по этой оси, по оси Y. По оси Y. Да, разверну. Введу 90. Подниму повыше. Где она? Она слишком большая. Ее не видно. Вот, поменьше сделал. Ее стало видно, а то она за визерию заходила. Вот еще можно поменьше сделать. Ну да, хочу прилепить сюда, на эту стену. Ну тут лучше поменьше сделать, потому что здесь эти выпуклости. Тут так не удастся испачкать все ровно. Будут торчать они. Ну, как-нибудь так сделать. Ну, исчезает. Надо подправлять. В общем, нужно добиться такого положения, чтобы вот с этого ракурса перестало исчезать. Ну вот, не исчезает. Ну, скопирую еще одно. Сменю материальчик. А можно, кстати, добавить, так, Window Show Data Base View, Materials, загрузка. И тут есть интересные материалы. Сейчас найду их. Вот, Ship Wreck Decal. Открыть. И вот в этой библиотеке Shipwreck Decals есть и кровь.
Вот, сейчас придам кровь. Упс. Ну, еще скопирую. И грязь тут разная. И подтеки здесь есть. Много тут всего, чего есть. Что-то только не есть. Вот я выбрал. Ну, конечно, не особо удачно я тут раскрасил. Надо бы переделать, но для примера-то пойдет. Ну и с этой стороны нужно вот скопировать и, соответственно, развернуть это все на 180. И приладить тоже так, чтобы ракурс был нормальный, чтобы все было видно. Ну, где-то так. Ну, в общем, вы мою мысль поняли. Вот это я удалю. Одно и то же, где можно копировать. И менять положение, допустим, разворачивать как-нибудь. Вот так вот как-нибудь. Ну вот так вот развернуть. Вот. Ну, соответственно, стены пачкаются также. Вот это копируется. Это надо развернуть на минус 90. Ну да, не пропадает. Можно так и оставить. Но только материальчик можно еще заменить, чтобы одинаково не было нигде. Что-нибудь придумать такое. Ну, вот этот, допустим. Какая-то зелень или плесень, что-то типа этого. Вот так вот здесь можно сделать. В общем, задача хоть и простая, но довольно-таки нудная, долгая. Все это пачкать. Нужно испачкать практически везде, начиная отсюда и заканчивая, конечно же, выходом. Ну, стены в лифте, думаю, пачкать не обязательно, хотя тоже можно. Ну, конечно же, снимать, как я буду пачкать весь бункер, я не буду. А перейду сразу к следующему этапу этого урока. А следующий этап этого урока — это трубы. Ну, сами понимаете, помещение подземное. И что-то должно нагнетать сюда воздух. Какие-то трубы. Труб здесь должно быть побольше, надо их тут поставить. Как их ставить,
По каким принципам, я сам точно не знаю, по каким принципам там ставили дизайнеры уровней оригинального Far Cry. Но я ставил, ну, где придется. Где мне понравится, туда я и ставил трубы. Так что давайте зайдем в папку Brush. Папка Glam. Папка Shipwreck. И папка Pipes. Ну и начнем доставать отсюда трубы. Посмотрим, какие тут трубы есть. Ну вот такие тоненькие есть трубы. Ну по списку сейчас попереходим. Ну вот они все длиннее, короче. Тут разные здесь есть. Связующие звенья, обломанная, кривая. Ну, дальше идут пошире трубы. Вот такие трубы. Еще шире трубы. Ну, тут что-то такое, что не поместилось даже в визерию. Ну вот такое что-то. Изогнутости. То есть можно гнутые трубы ставить. Ну вот давайте что-нибудь сообразим. Изобразим такое с трубами. Ну вот, возьму я вот такую трубу, допустим. Разверну ее на 90 градусов. И вот пущу ее. Где-нибудь здесь вот. Ну вот так она будет идти, допустим. А вот этот уголочек будет загибаться. Значит, сюда ввожу 90 и сюда 90. И моя задача сейчас вот сюда присоединить. Ну вот, присоединил. А тут можно продолжить. Сетку-то побольше надо. Тут можно так вот продолжать. Ну а тут можно... Ну вот как раз здесь должен подойти этот кусочек.
Ну вот тут чуть-чуть не хватает. Но этим потом я займусь. Ну вот сюда вполне можно поставить вот этот кусочек. Минус 90 по иксу ввести. Да, ну как-то так. Наверное, да. Но можно отодвинуть. Видите, как-то некрасиво здесь. В стену въедается все. Надо все выделить. И от стены отодвинуть. Ну хотя бы так. Ну поищем тут еще что-нибудь, что тут есть. Ну вот такая штука-дрюка. Ну вот она сюда и подошла прекрасно. Хотя, может, и не совсем прекрасно. Ну, пойдет. Посмотрим, что еще есть хорошего. Ну, вот такую штуку можно пристроить куда-нибудь. Но я не буду пристраивать. Ну вот здесь есть вот такие вот тройники, но это для более тонких труб. Ну вот можно вентиль такой пристроить куда-нибудь. Вот здесь есть вентиль потолще. Можно его пристроить. Ну, куда-нибудь сюда. Вот так вот его опустить можно. Ну да, как-нибудь так пристроить. Ну, в самый раз он сюда встал.
Ну, дальнейшую установку труб я тоже снимать не буду. Принцип тут такой же, как и при установке дверей, пола, стен и потолков, колонн. Все подгоняется по иксу, игреку и оси Z. Поворачивается тоже желательно, конечно же, на 90 градусов. Ну а теперь, конечно же, просто необходимо эти трубы внести в отдельный слой. Не оставлять же эти трубы в одном и том же слое с грязью. Добавляем новый слой. Пишем tubes. Выделяем все части трубы. Вентиль тоже. И в тюбес их. Прекрасно. А завершим мы оформление бункера уже в следующем уроке. Всего вам доброго. Не забывайте заниматься физкультурой, спортом, физическими упражнениями. С вами был Бертольд Африканцев. До следующего урока.